Ребята, получилось такое обидное поражение, вы забили первыми, но вот в итоге пропустили несколько голов, и потом уже игра, потом уже игра расстроилась у вас. Что послужило таким вот причиной такого вот развития событий? То, что защиты не было, да. Потом еще основа у нас не пришла. То есть парни с нападения. И вратарь. И вратарь. Не, в данной игре хоть и был второй состав, но начали хорошо, но потом как бы игра не сдалась, просто не было слаженности. И судья не очень правильно судил. Нет, вот судья нормально судил. Не ври. Нормально. Расходится у вас мнение, да, все-таки по судейству. А вообще, как вам, в принципе, такое совмещение чемпионатов, то есть у вас и регулярный чемпионат, и кубок, участие не сложно на неделе играть, потом на выходных сразу несколько матчей на... Ничего вообще не мешает, да? Нет, нормально. Да, ну, на самом деле, вот, хоть и... Мы, походу, вылетели, да, уже? Ну, вы уже вылетели, да, к сожалению. Главное то, что получили опыт на... Какое удовольствие? 7-1 – это удовольствие? Опыт получили, да? Потом... Поможет вам это поражение в чемпионате в регулярном? Как-то исправить что-то? Ну, да, будем работать над своими ошибками. Не, ну, на самом деле, еще сложность была то, что... Как бы наши соперники обладали очень большим количеством замен, у нас же была только одна замена, при которой игроки как бы выдыхались и просто не могли уже бегать. А замена одна, как бы, она ничего не решала по факту. Они же менялись чуть ли не каждую минуту и были все время свежие силы. У нас же такой как бы, возможности не было, да, это несложность команды, но, в принципе, хороший опыт и в дальнейшем, я думаю, будем показывать. Хорошо, ребят, спасибо вам за игру.